Настоящий новогодний сюрприз для государственных служащих и работников культуры. Они получают ключи от 1-, 2- и 3-комнатных квартир в 2 жилых 5-этажках в новом административном центре. В торжественной церемонии принимают участие аким области Жансейит Түймебаев и аким города Габидулла Абдрахимов. Гульмайра Кайкбаева – одна из 90 новоселов. После того, как ее муж скончался, женщина в одиночку воспитывает 4 детей. Последние 3 года она стояла в очереди за жильем. Библиотекарь с 20-летним стажем счастлива, что больше не нужно скитаться по съемным квартирам. И теперь она может переехать в свою собственную 3-комнатную. Бүгін Алланың қолдауымен. Для меня сегодня особенный день. У нас наконец-то появилось свое жилье. Когда вставала в очередь за квартирой, не думала, что моя мечта так быстро сбудется. Общая площадь служебных квартир составляет более 6000 квадратных метров. Их строительство вело товарищество с ограниченной ответственностью «Казмедиагрант». Из областного бюджета было выделено более 700 миллионов тенге. Владельцам их предоставляют на время исполнения ими служебных обязанностей. Напомню, в прошлом году государственным служащим и сотрудникам бюджетной сферы было сдано более 500 служебных квартир.